Чем отличается обычная астрология от ведической? Западная астрология и ведическая астрология имеют очень много отличий. В западной астрологии самой главной планетой является Солнце, которое направлено именно рассматривается как такие понятия, как лидерство, эго, самооценка. А ведическая астрология, она больше душевная такая астрология, более про душу. И главной планетой у нее является Луна, которая отвечает за наш ум, за наши эмоции и за нашу душу. 22-й год выдался нелегким для многих, я думаю. Поэтому что же нам сулят звезды на год грядущий? Будет ли он чуть полегче, чем уходящий? 2023 год будет немножечко попроще, чем 2022 уходящий год. И это год будет трансформацией. То есть необходимо будет немножечко подготовиться к этим трансформациям. И больше внимания у многих будет направлено именно на семью, именно на отношения с близкими, с родными, с любимыми. То есть на первый план выходят вот такие семейные отношения. И очень много проработок будет именно в семье. Вы говорите о трансформациях. Вот наилучший момент для того, чтобы реализовывать все свои планы. Очень трансформационные периоды — это коридоры затмений. И в 2023 году это будет два цикла, то есть два солнечных затмения и два лунных затмения, которые будут сменять друг друга. И в этот период, конечно же, лучше погружаться в себя, находить ответы на свои какие-то внутренние вопросы, запросы, решать свои кармические задачи и идти именно по пути своей души. А что значит вот, кармические задачи? Какие они могут быть у человека? Все зависит от того, как мы себя вели, да, как мы поступали, например, в 2022 году, да, то все эти плоды, они нам воздастся. Как человек зависит от энергии планет? В момент нашего рождения все планеты на небе у нас имеет какое-то положение, и именно в момент рождения записывается это все. И в натальной карте можно отследить, какие именно планеты, в каких знаках они стоят, в каких домах они стоят, и уже какие энергии они там будут нести. С энергетической точки зрения, вот чего ждать от этого года? Это год переходный, потому что у нас период именно в России даже меняется, да, период Раху. Раху Луна будет сменен на Раху Марс, и это уже будет завершающей энергией, потому что в 2024 году у нас период Раху сменится на период Юпитера. Юпитер — это такая благородная очень планета, и она привнесет такой оптимизм, благодушие и такое вот благочестие именно нам всем. Инна, а какие месяцы будут наиболее благоприятными в следующем году, а в какие лучше уйти в тень? Все зависит от того, как планета движется. То есть, если она движется прямо, директно имеет положение, то тогда все дела у нас будут улучшаться. Если планета начинает ретроградное движение и пятится назад, то все дела замедляются, и задачи решаются тоже так очень медленно. Например, вот Сатурн у нас начинает ретроградное движение в июне и заканчивает 4 ноября. То есть вот в этот период он будет такое немножечко все замедленное и такое неспешное. А к какому году будет какая-то стабильность? Ждать ли ее вообще? Вот 22-й, вы сказали, был напряженный. В 23-м будет такой переходный момент. А вот к 24-му, к 25-му, а ждать ли спада этого кризиса? В 2023 году у нас будет такое вот важное астрологическое событие. 17 января у нас Сатурн переходит из знака Козерога в знак Водолея. То есть Козерог — это такой знак очень практичный, выносливый. Он диктует именно свои правила, а Водолей — он немножечко другой. Он добрый, дружелюбный, независимый. И это время новых реформ. И Сатурн входит в этот знак больше, чем на 2,5 года, поэтому все эти энергии будут сохраняться вот еще более чем на 2,5 года.
года. И Сатурн — это у нас такая планета, которая призвана просто раздавать свои плоды за вот наши поступки, которые мы делали. То есть это такая кармическая планета. А для жителей нашего края каким будет этот год? Для нашего края и для России в целом 2023 год является таким переходным и еще достаточно сложным годом, поэтому мы будем ждать его завершения и начала 2024 года, потому что когда в 2024 году у нас сменится период с Раху на Юпитер, Юпитер принесет нам такой успех, богатство и благополучие. Уходящий год — это год тигра. Это свирепое животное, хищное, и на смену ему приходит животное миролюбивое, кролик. Но не будет ли этот кролик котом в мешке, как говорится? Ожидать ли от него какого-то подвоха? У нас год будет черного водяного именно кролика, и он такой умиротворенный, спокойный и такой семейный, то есть больше именно для него вот поддержание какого-то семейного очага будет очень прям благоприятным. Ему нравятся цвета именно воды, то есть синий, черный. Также он любит красный цвет, и можно также использовать в своей одежде, да, или в интерьере дома такой вот серебристый, то есть какие-то пайеточки, это все можно использовать. То есть все, что такое вот блестящее. Как задобрить кролика, чтобы в этом году он приносил людям деньги? Задобрить кролика можно именно цветом своей одежды, именно аксессуарами, которые будут напоминать капельку воды или что-то такое вот блестящее, сверкающее, как переливы воды. Будут исполняться ваши желания и придет какая-то такая крупная сумма денег. Некие рекомендации о том, как себя стоит вести, чтобы энергия была вот в гармонии и в спокойствии в следующем году. Как угодить звездам? В 2023 году это год таких глубоких трансформаций, и нужно, конечно же, обратить внимание на себя, на путь своей души и именно на те вопросы, внутренние запросы, которые хочет решить именно ваша душа.